Привет! Сегодня будем играть в Doors, двери. Это такой хоррор. Вот тут есть лифт, давайте зайдем. Единственное, что я знаю, особо я пока не знаю, что тут есть. Единственное, это я купил 90 монет. По специальному коду, который находится спрятан кое-где на лобби. Не скажу пока где. Но я могу купить вот эти штуки. Ну ладно, мне пока так останусь. Не буду тратить на какую-то фигню. Я думаю, мы втроем. Что-то не приседает. Тут можно приседать. Пропущу. Так. Алло. Ключ, что ли? У нашего. А, тут замок. Ну, открывай. Давай. Открывай. О, библиотека какая-то. Книги. Комод. Что там? А, карандаши какие-то, сердце. Тут что? Непонятно. Тоже сердечки, не знаю, зачем они нужны. Тут тоже ничего нету. Так. Наверх куда-то идет. Лестница. Графика тут хорошая, лампочки такие. Мы, походу, в каком-то отеле. Седьмая дверь. Что тут? Ничего нету. И что это вообще за сердечки? Я не понимаю. Ладно. Что тут у нас есть? Тоже ничего. Пошли вниз. Всё темно. Я пойду туда. Постою около этой. О, открыто. Она уже открыта. А. Они, походу, там что-то нажали. О! Что-то мигнуло. Я спрячу. Ой, вылезай! Мне поплохело уже в этом шкафу. Кто это был? Аж потемнело все лампочки. Я такой думаю, что замигал. Я вот знаю, что если мигает свет, значит, что-то будет. Можно в шкафы прятаться. Так, я тут посмотрю. Тут ничего нету. Тут, значит, ключ. Да. Давай, иди сюда, открывай. Нас осталось двое. Еще что-то. О, монетка. Зачем мне эти монеты? Так, а тут что? Пустой ящик. Непонятно. Все, идем и идем. 14-я уже дверь. Молния ударила. А, я понял, тут, походу, надо картины поменять. Так. Блин, ёлки-палки, девочка, позже, блин, где моя картина? Чего? Все, и сюда. О, нифига, открылась. Головоломка. Что это за картина? Ван Блок. О, что это за глаза? Они меня убили. Я сюда зайду. Что тут? Так. Так, подожди. Эти глаза все не пропали. Блин.
Свет пока не пропал. Тут можно увидеть, когда он пропадет. Часы под кровать можно спрятаться. Но зачем? Я что, один остался? Ну, ладно. Мне придется одна. Еще ключи надо найти. А тут он мешает. Какие-то глаза. Кто это? А, это я открыл. Не смотрю. Вот тут точно должен где-то. Точно находиться. Да, в смысле? Нигде, что ли, нету? Подожди. Тут. Монетка есть, а тут. Тоже монет. Блин, все жизни снял. А тут? Ну тут я еще, кстати, не смотрел. Ну и тут нет. А где тогда? Тут смотреть. Какой сильный свет. А, я тут, что ли, не был? Я тут, я, по-моему, тут не до конца досмотрел. Все не пойму, где. Я все уже комнаты. А тут что? Дверь не открывается. Тут я все просмотрел. Тут нету нигде. А, вот он, блин. Пока глаза. Ну все, пропали. Я видел, там прям была черная тень. Извините за звуки посторонние. Ой, еще ключ. Как повезло. Ладно. Так, идем. Ну, кстати, тут это и был вариант. Кстати, у меня есть такая игра, она называется... Я понял. Кто это? Ой. Все лампочки поломал. И этот. Капец, эти глаза. Как они мне бесят. Все, пропали опять. А тут что? Давай, открывайтесь. Так. Тут что у нас? Одни деньги, одни деньги. Зачем они мне нужны? Так, печаталка как? Напечатать. Я тут был. Свет что-то мигает постоянно. Что красный, что желтый. Ладно, кто-нибудь потом увидит мое сообщение. Так, ну я пока ничего не нашел вообще. Так, о, дырка. А, тут все время надо было вот так просто зайти. Что такое? Так, извините, я сейчас. Я тут пока поднялся. Так, ну просто, ну, это, попить воды хочу. Так, это были какие-то штуки. Что ты делаешь? В угле спрячешь. Дверь закрыта. Нет, все, я не хочу туда заходить. Не страшно. Так кто это стучит? Дверь открыта. Ой, тут страх. Что тут мне? Спрячусь под кровать. Все. Кто это? Ёлки-палки. Умер. Ладно. Всем пока-пока. Поиграли.